Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Fallout 4, дополнение Far Harbor. Давайте, собственно, займемся этими воспоминаниями, блять. Как это вот говно, вот это вот выбрать, да? Вот это вот надо позастраивать. Короче, я разобрался, я между сериями играл в это говно, я пытался понять, что не так, и по итогам мне надо просто пропустить вот тех вот зеленых червей по тропинке, собственно. Как бы вот. Не, ты что? Так. Давайте, черви. Перебирайтесь. Кубик я поставить не могу больше. Так ведь? Так ведь. Зато могу понавтыкать турелей. Давайте, черви, снимайте ключи-то. The system has been alerted to your presence. Now things will get hairier. You'll need to deploy defense constructs against the system's active countermeasures. The system's sentries will do everything they can to stop your indexers from returning to the access point with the data. Пиздуй по мостику. Надо там одну турельку забрать, их по пути просто поставить. Хотя вот эти вот неплохо справляются вроде. Another data block retrieved. One more to go. Sentry initiating erasure of intrusive indexer. Ты втираешь мне какую-то дичь. Давай работай. Intrusion detected. Countermeasures initiated. Чё, червяки потеряли, что ли? Вон он, пошел, 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 давай.
Давай, ехай, ехай, ехай. Intrusive program detected. Verifying memory file. 100%. We're done here. We now have an access point into the next memory. Just step into the data stream where this memory was stored. Да, я понял. Вот так вот, короче, проходится. Дальше я не знаю. Поэтому, ну, там еще парочка испытаний такого же типа. Что с этим говном делать, я пока не понимаю, но вроде лишних кубиков хватает. Вот сюда вот надо. I'll need to set up the equipment far away from Acadia. It'll double as a place to bury the evidence. Additional location data appended. A makeshift medical facility underneath the VIM. Pop factory. Coordinates downloaded. Не совсем понятно, как... О, там еще внизу есть. Интересно. Так, вот оно и заработало. А, вот так вот, то есть ты... Она не хочет ставиться сюда, верно? А, не, нормально. Нормально. Так... На два кубика вверх, и надо еще где-то найти этот, который перенаправляет. Угу, ну пошли. Так мне просто удобнее будет залазить. Такой вот я могу создать. Видимо, нет. Так, а где же его взять тогда? А вот он. Заныкали. Так, но перед этим лучше поставить турельки. Две здесь. Одну здесь. И две сейчас где-то на подходах поставлю. Тут они стрелять по ним не могут, но все-таки. Вот сюда одну и... И куда-нибудь на старт одну. Так, хватаем кубик и пошли. А я вообще, я могу их на халяву создавать? Нет, не могу. Ну и ладно.
Beginning attrition of intrusive program. Погодь, я еще ничего не сделал. Во. Все, я готов. Вперед, черти. Принесите мне данные. Вперед. Вперед. Я даже не знаю, кто вы такие. Похоже на клещей. Не трогай кубик, сука. Иди работай. Beginning erasure protocol against unauthorized indexer. Короче, куда-нибудь сюда его поставь. Ну а чё, отстреливаться-то я все равно не могу. Чё тупим? Рогалики. Вот этот вот что-то залагал. Чё ты лагаешь-то? Иди работай. First data block recovered. Good. Just keep doing what you're doing. Sentry initiating erasure of intrusive indexer. Надо на одну турельку перенести сюда. Another data block retrieved. Good. Короче, у меня только пара этих клещей работает. Все остальные херней страдают. Пошли вот это вот заберем. Intrusive indexer erased from system. На входе его лучше поставлю. Intrusive program detected. Так. Ну, не сказал бы, что что-то хорошее они придумали. На самом деле задумка не очень. Вот. Intrusive program detected. Ну да ладно. Вроде ничего сложного, обычная мини-игра в духе Майнкрафта. Intrusive program detected. Sentry has detected active intrusive program. Memory retrieval at 100%. Verifying. Looks good. You can now use the data stream as an access point to the next memory. Ну пошли дальше. Ой, муторно просто. Ничего особо сложного я в этом, конечно, не вижу, но просто муторно. Martin and his children of Adam any longer. Better to just forget. I found it. The location of the launch key to fire the nuclear missile inside the submarine. Confessor Martin believes it can bring his people into division. Destruction at the hands of an atomic blast. He struggles with how literal his interpretation of that precept should be. I can't risk him deciding to find the key and use it. Смотрите, она упорно не хочет ставиться, вот. Ладно, похер. Просто куда-нибудь. Так, да, куда она стреляет? На одну поднять.
И где-то раздобыть этот кубик. Давайте поищем. Тут вроде нигде нет. Интересно. Так, там прохода нет. Тут прохода я не вижу. Вот это вот разве что развалить. Блин, о, поставилось, аллилуйя. Ладно, насрать. Поставилось и хорошо. Теперь можно их переправить хотя бы. Кубик-то где тот? Мне кажется, я кое-что понял. Вот и он. Почему оно долбится в стену? Изи вообще. Так, ладно. Сука, хотел бы поиграть в Майнкрафт, зашел бы в Майнкрафт. Нахуй это делать, непонятно. Немножко не туда. Господи, боже мой. Поставь ты куда-нибудь это говно. Вот. Туда. Господи, блять, Иисусе. Поставь этот кубик куда-нибудь. Так, откуда срабатывает луч? Вернее, куда? Так, походу сюда надо натаскать кубиков. Два. Два плюс один. Хорошо. Бьет оно под этим. Хорошо. Да, весело.
Разработчики, блять, нахера это было делать? Там же ж еще несколько таких испытаний. Меня уже подбешивает, хотя я в свое время довольно много времени провел в Майнкрафте. Ой, блядь. Ну ладно. Кубик-то где? Вот. Ебать мой лысый череп. Все? Закончилось? Так, ну теперь давайте строить дорогу. Для этих хмырей. Секундочку. Так, вот и я. Меня немножко прервали. Но это не страшно. Так. Сука, этих кубиков мне придется, походу, таскать много. Давайте пойдем посмотрим, где бы тут турельки можно было бы установить. Так, я понял. Одна есть. Intrusive indexer detected. Вторая. А вы как перебрались-то? Я же еще не достроил. Ладно. Не, ну достроить-то все-таки надо. Я же сам наебнусь. Так, ну сюда одну турель есть. Естественно. И сейчас залезем повыше и на старт одну влепим. Intrusive program detected. Все, прикрытие обеспечено, теперь можно и заниматься дальнейшими постройками. Так, там еще пара кубиков есть. Ну, все хорошо, он даже прыгать не стал, ну и нахер. Какой увлекательный геймплей. Просто пиздец. Я уже начинаю ненавидеть это дополнение, кстати. Ну да ладно. Я ж подозреваю, что финальное испытание с этим Майнкрафтом ёбаным будет куда ярче, чем все остальные. Да. Beginning attrition of intrusive program. Уж.
Sentry initiating erasure of intrusive indexer. Чё вы там перелезете, нет? Не? Ладно, сейчас принесу последний кубик. Sentry initiating erasure of intrusive indexer. Людей должно хватить. Data breach detected. Initiating anti-intrusion countermeasures. О, перебрались. А вы что, умеете перепрыгивать, что ли? Чего мне раньше не сказали? Сейчас еще один кубик для собственной безопасности принесу. И все. Давайте, пиздуйте, путь свободен. Intrusive program detected. First data block recovered. Good. Just keep doing what you're doing. Sentry initiating erasure of intrusive indexer. Ждем, хули делать. Экшон. Геймплей. Intrusive indexer detected. А, блять. Сука, чтобы тому разработчику было весело. О, так же, как мне сейчас. Ну где эти пидораски? Может, их там гасит кто-то. Нет, два вон этих добрались. Давайте, забирайте последний и вперед. Давай, донесешь, свистнешь. Они нормальный себе обход нашли. Все, курите, ребят. Complete memory retrieve. The data stream is now available to access the next memory. Memory file identification 0H-3X0P. Converted to audio transcription. Beginning playback. На чтоб ты, блядь, была жива, здорова. I've made a contingency plan in case Far Harbor discovers the truth or gives in to their xenophobia despite all my efforts. I've isolated the wind turbine powering Far Harbor's fog condensers. A kill switch command will leave them defenseless from the fog and its creatures. But now that it's done, am I really capable of this? Есть у меня одна задумка. I'm going to remove the command code from my memories. I'll bury a hard copy if I need to use it. But I can't keep it close to me. It makes me sick. Additional location data appended. Coordinates to the kill switch command code and the wind farm maintenance building. Да нет, этот остается так. Этот наверх надо. А этот надо перенаправить.
Ну, по идее, сюда. Да не так сложно, вроде бы. Еще один. Угу. Так, теперь пошли покрутим эту беду. Это не совсем то. Все, теперь оно светит куда надо. Теперь я должен заставить луч. Пока еще не понял, что сделать, но что-то должен определенно. Я должен заставить луч ударить сюда. Давай посмотрим, что меня ждет впереди. Видимо, это и есть последнее испытание. Ядри ее мамку. Ну ладно. Как-нибудь размотаем, я думаю. Мне нужно направить этот луч вниз. Как его пустить понизу? Видимо, как-то так. Бьет он куда-то сюда. Мне понадобится опять два кубика. Ну ничего, я вроде как разобрался, поэтому... Ничего сложного не должно быть. Может быть, там, конечно, еще какая-то замануха, но... Вроде не должно быть. Нет, давайте сначала вот этот возьмем. Ту-ту-ту-ту.
Вот когда я играл в Майнкрафт, у меня было такое чувство, как будто я делаю что-то новое, что-то необычное. Я мог построить все что угодно. Вот. И вот это меня в нем держало, мне нравилось. Хоть и обычный квадратный сэндбокс, но было что-то в Майнкрафте такое. Но это, блядь, это обычные глупые муторные головоломки. Ничего общего с Майнкрафтом, кроме кубов, естественно. Твою мать. Нет. Фу, слава богу, что не с самого начала. Теперь мне нужно прокатить этих зверушек. Ну, это не сложно. Ладно, давайте турели размещать. И заканчивать с этим дерьмом. Раз, два, скорее всего, три. Одну на подлете поставлю. Sentry has detected active intrusive program. Где-нибудь вот здесь. А первую здесь. Все, ладно, понеслась. Так. Intrusive program detected. Так, эти перебрались, эти что-то очкуют, стоят. Beginning attrition of intrusive program. Так, нужно еще пару кубиков. И будет готово. Sentry beginning erasure protocol against unauthorized indexer. Intrusive indexer detected. Ой, бля. Какая прелесть. 40 минут, сука, дрочи, а? Непонятной и ненужной. Боже мой, нахер это было делать? Непонятно. Все, вперед, мои отроки. Intrusive program detected. Ох. Да, я вот эту вот куда-нибудь на край поставлю. Intrusive indexer detected. Так будет поудобнее. Warning. Data breach detected. Intrusion countermeasures initiated. Sentry has detected active intrusive program. Они чё, турельку мою отъебали? Не, не похоже. Давайте, 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 вперед. Пиздите, пиздите все. Все, что найдете. First data block recovered. Good. Just keep doing what you're doing. Sentry has detected active intrusive program.
Их что, убили по дороге, что ли? Или они просто еще не дошли? Не, они просто еще не дошли. Intrusive program detected. Хорошо, что я оставил это на следующую серию, блять. Да если бы я тогда сидел и вот это вот наваливал, япона мать. Тут бы четырехэтажные маты стояли. Ладно. That's 100% verified. Good job. You can use the data stream to access the next memory. А это не все? Это еще? Это не все. Угу. Я понял. То есть это? Ну я понял. Нормально. Get away from me! What the hell are you? Блять. Me. We escaped the institute together. You're my brother. I don't have a brother. The name's Nick Valentine. And no one in my family tree is a plastic skin freak. You're just confused. Let me help. Nick Valentine. Stay away from me. I don't want to hurt you. Goodbye, brother. Ты что, думал, что ты его убил? Ой, блядь. Ну ладно. А, надо на один куб выше поднять. А на один куб выше не получится. Куда проходит луч? М-да. Где-то приблизительно на моем уровне он сейчас находится, получается. Значит, его надо поднять. Прям под, сука, потолок. Ну да, где-то вот так вот. Посмотри, оно упорно не хочет становиться туда, куда надо. Нет. Не, ну я это говно пройду из принципа просто. Я, блядь, Dark Souls прошел, чё я это не пройду?
Чё там еще? Там еще какой-то, какая-то забава есть. Я просто так понял, что поток тут один единственный, и мне придется с этой пирамиды как-то им управлять. Ну, естественно, плюс этот переходник, что я сейчас подберу. Кроме переходника тут больше нихуя, я мог этот мост не выстраивать. Ну ладно. Так, давайте посмотрим, что тут еще есть. Есть еще путь туда. Можно попробовать туда еще сходить. Посмотреть, что меня ждет там. Не, петь нельзя, арабы. Арабы доебутся, забанят все нахрен. Я чё, старался ради того, чтобы арабы меня забанили? Нет. Ой, уже почти час. Какая прелесть. Вы счастливы? Я скоро начну оргазмировать просто от этого дерьма. Ну да ладно. Нет, лучше не буду прыгать. Прошу прощения. Ой, что-то я отвлекся. А, ну да, точно. Тут, благо, ничего не надо. Оп. Тут тоже ничего не надо. Зря я это сделал, мог и упасть запросто. Ага. Тут наверх надо водрузить эту штуку. Перенаправить поток. Ага. Сейчас посмотрим, куда попадает луч. Луч попадает сюда. Да. Не совсем то, что мне нужно. Ладно, пойдем еще посмотрим, погуляем.
Просто это, я так понял, в последнюю очередь. Тут еще один. Ну, в три это уже реально, ладно. И это уже реально там перенаправить, короче, пустить его по последней. Но тут же ж, блять, еще одна есть. Она ударит куда-то вверх, если я ее открою. Ну, там, короче, своя параша. Ладно, пошли отнесем этот кубик. Туда не будем что-то думать. Похер. Куда я могу его отправить? Вот в чем прикол. Я могу его поставить внутрь куба? Как мне его перенаправить? Япона мать. Ладно, есть у меня еще одна догадка. Может быть, как раз таки то, что мне нужно, ждет меня вот там наверху. Только вот как я туда добираться буду, я пока в душе не ебу. Ну ладно. Но если это не последнее испытание, то я, блядь, не знаю, что будет дальше. Просто тут уже чувствуется гемор. Надо все облазить, чтобы понять, куда идти. Тут еще один куб. Да пиздец. Не, ну я могу, в принципе, отправить луч сюда, открыть этот. Наверное, так и поступлю. То есть мне понадобится два куба, и два куба как раз таки у меня есть. Вот одна единственная проблема, мне нужно отправить луч сюда. Чё здесь? А здесь, кстати, будет метка, куда нужно отправлять. Ну, пускай она будет здесь. Три куба вверх. Там нужно построить большую башню. А оно дотянет вообще, в принципе? Чё-то я сомневаюсь. Да, идея не из лучших.
Давайте искать вариант попроще. Ой, не-не-не, вы чё? Так. Шо у нас здесь? Можно пустить луч через эту пирамиду. Как вариант. Как вариант. Кстати, а чё там внизу? Это отсюда пойдет луч. Твою мать, еще один кубик. Да ты посмотри на это говно. Это ж, блядь, кто? Кто это придумал? Ублюдки. У меня просто в голове уже столько комбинаций, блядь, как сделать, как это все провернуть, ну, блядь. Это просто какая-то жесть. Нахрена все так было растягивать? Сделали бы реально пару простых испытаний, да и все, ну нафига? По-моему, это лютая дрочь. Ну ладно. Как-нибудь справимся. Хорошо, допустим, у меня есть еще один куб. Делить-то с ним чё? По-хорошему, мне надо провести... Ну, для начала... Лучи вон туда. Как это сделать? Пока в душе не ебу. А, вот тот луч мне поможет активировать вот этот луч. Вот этот луч мне поможет открыть вот эту беду. У меня будет еще один кубик. Я буду веселиться вот с этой поеботой. То есть как довести луч через эту камеру. Ну вот к той камере вернее. Ладно, давайте заберем ту коробочку. Чё? А это тут зачем? Ладно, неважно. Не отвлекаемся. А, я, кажется, понял. Зачем? Потому что я не могу туда допрыгнуть. Мне придется еще и здесь сделать какую-то дорожку. Хотя... Не-не-не. Он падла, он ставится, видите, прямо в куб. А поставь уже ты его куда-нибудь.
Вот дрочь. Угу. Теперь могу. Да прыгни ты, мразь. Так, ладно. Хорошо. Тут все правильно. Мне нужно отправить луч оттуда. А вылететь он должен вроде отсюда. Ну ладно, давайте попробуем их расставить. То есть один по-любому должен быть вот в этой норе. Не совсем так, но пойдет. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но... Мне надо еще два куба. Давайте попробуем открыть вот этот. Блин, а если у меня получится засунуть луч вот в эту дырку, то все будет куда проще. Но у меня же не получается это сделать. Постой-ка. А мне не обязательно. А мне не обязательно вести его через всю эту волынку. Давайте попробуем. Если моя догадка верна, то... Ну, все упростится значительным образом. Так. Где тут эта херь? Приблизительно по центру, да? Еще ближе, вот так вот.
2-1, неважно. Мне нужен кубик. Даже, судя по всему, 2. А то это говно что-то ставится не хочет. Так. Ты пошли со мной. Надо еще один. Ну поставься же ты куда-нибудь. Прекрасно. У меня есть дополнительный кубик. Да, это упростит мне задачу. Теперь надо туда добраться. Но так вот не станет. Упростить эту конструкцию вряд ли получится, но у меня зато теперь есть один дополнительный кубик. Теперь мне нужно добраться до него. И как-нибудь распетлять эту ситуацию. Ох, суровое испытание. Ну ладно. Пока как-нибудь справляемся. Просто если я уберу стены, там все пройдет очень-очень быстро. Эту доп кубиков больше нигде нету. Ну, я вроде все использовал, поэтому их и быть не может. Ну, я повторюсь, это лютая дрочь, ничего интересного нету, ну,
Просто если кому вот действительно хочется самому это все пройти, прочувствовать, так сказать, то как вариант прохождения этих уебищных испытаний, добро пожаловать на мой канал. Посвящайтесь, так сказать. Я уже убил час жизни на это говно. Даже уже час 10. Ну да ладно. Я пройду его из принципа. Вы не думаете, что это все? Там еще надо как-то разобраться с вон той пирамидой. Ну там вроде без проблем. Там надо просто правильно его выставить. Ну, бля, хер его знает. Сейчас пойдем туда и будем еще там мучиться. Хотя вот это вот, знаете, лютая дрочь, последовательная, методичная, скучная, она очень сильно напоминает процесс создания, вернее, не создания, а прописания программы. Не знаю, возможно, разработчик хотел донести именно это, а не просто дебильное майнкрафтовское испытание. Но, возможно, я просто ищу скрытый подтекст в надежде оправдать это мучение. А не скипаю я ничего для того, чтобы вы мучились. Да, именно так. Ну а чё, я мучусь и вы мучитесь. Нормально же. Справедливо, по-моему. Кстати. А, я же не могу тут пользоваться пип-боем. Хотел радио включить, но не судьба. Мне походу не хватит кубиков, придется и внешний мост разбирать. Все, пойдем. Пойдем, маленькая сволочь. Ты мне все расскажешь. Ты мне все двери теперь откроешь.
Ну вот и... Вот и оно. Так, мы открыли еще одну хреновину. Теперь надо придумать способ пустить его туда, куда мне нужно. Я могу этот луч пустить. Сейчас посмотрим, есть ли у меня там способ пустить этот луч куда-нибудь еще. В принципе, да. Так. Получится или не получится? Вот в чем вопрос. Что-то нихуя не получается. Значит, больше этот куб никак не использовать. Назад его отправлять смысла нет. Сейчас можно еще вот так вот сделать. Посмотреть, куда тогда луч пойдет. Как вариант. Ну и нахер мне этот гемор. Ой. Ладно, короче. Пойдем по самому тупому пути. Вернее, по самому простому. Так. По идее, луч должен достичь да падла. Мне кажется, надо задействовать все лучи просто. Он проходит сквозь портал? Вот это уже интересно. Он проходит сквозь портал. Не, могу, конечно, тут создать нехитрую конструкцию с двумя отражениями. Нам прокатит ли это?
принципе, не знаю, должно получиться. Сейчас проверим. Допустим, одно отражение уходит сюда, второе отражение уходит сюда. Раз. Два. Три. Четыре. Около 5 кубиков получится. Надо пробовать в любом случае. Просто есть у меня догадка, что нужно использовать именно все. Но надо попробовать, по-моему. Оно не работает. Вот это плохо. Что ж тогда делать? Так. Ну, я как бы справился. Но тут пришлось погеморроиться. От души. Давайте-ка я вам попробую показать. Ой, блядь. Короче, первый луч, вот этот вот луч, он уводится в сторону, поднимается наверх, и получается оттуда можно его прямо по центру пустить. Тут вообще не используется ничего, я думал тут зеркалами надо, но оказывается все просто, тут даже перехода не нужно, видите, просто его прямо пускаем и пиздец. Так... Это еще ладно. Вот гемор был еще с этой бедой. Я не мог понять, как опустить его на нужную высоту, чтобы пустить его правильно. Но решение пришло само. Я думал, там нельзя строить под этой бедой. Вот. Но оказывается, по низу можно было пустить дорожку. Я поставил там куб и пустил его по цепи вот к дальнему краю. Ну и из дальнего края, почти у самого порта, я втыкнул еще одну башню. И получилось, что получилось. Это было непросто, я потратил еще около 40 минут. Пробовал разные варианты, но оказалось все, ну, не так уж сложно. Просто надо было использовать все платформы. Так, давайте-ка втыкать турели. Ну и на этом вроде бы как все. Security alert. Intrusion detected in long-term storage. Security alert. Data breach detected. Countermeasures initiated. Intrusive program detected. Давайте работайте, короче. Ребятушки. Retrieve. Progress. Initiating erasure of intrusive indexer. Фу, блядь, лютая дрочь, короче, ладно. Разобрался и хорошо. Давайте, таскайте быстрее. Чё вы телитесь?
complete memory retrieved. You can exit the simulation at any time. Memory file identification 0Y-8K7D. Converted to audio transcription. Beginning playback. I've discovered a curious record inside the pre-war data files of this submarine base. The Marines here were equipped with an advanced model of combat armor. There are several suits already in the base, in various states of deterioration. Суперкостюмы. But there were more shipments of the armor on its way to the base, the day the bombs fell. They could be in prime condition if the sealants have held. I have no use for them, but you never know. Maybe they'll be worth digging up one day. Additional data appended. Armor shipments tracking information. Coordinates downloaded. Exiting simulation in 3, 2, 1. Вот и все. Да, я заебался, честно говоря. Таскать эти кубики, блин, у меня оказалось, что еще баг, который не позволяет их разбирать. Их вроде как разбирать можно. Отойди от меня. Скотина! Ладно. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Как видите, я переоделся немножечко. Всем удачи, всем пока. Надеюсь, это видео было вам полезно.